Вы слышите меня или не слышите? Я вам говорю, я вам кричу. Кричу как маленький, как ранее, как колыбели я кричу. А рядом с нами голос твой, такой же громкий и пустой, летящий по облакам и по ногам, и возвращающийся к нам, который слышит только мама. Который слышит только мама, но век привязанная к нам. Да, друзья, вот я дописываю картину. Давайте советы. Мы в коллективном разуме. Пожалуйста, пишите советы. Вместе мы сила. Скоро у нас вебинар. Я его проведу. И там будут, конечно, будет новый прием. Конечно, будет возможность выходить каждому. Именно сбрасывая страх и стресс в нулевое состояние, в котором безмятежность, в котором вы бываете иногда, когда переходите из обычного состояния в сон, когда вы переходите из какого-то транса, да, в бодрствование, в обычное наше нормальное состояние, когда в мозге много доминант конкурирует между собой, ни одна из них не становится определяющей для организма. Поэтому организм работает на гомеостазе автоматически, потому как мы, люди, выработаны многовековой эволюцией развития. Да. И вот это вот состояние нуля, которое Будда назвал в свое время нирваной, безмятежность, там не страха, комплексов, стереотипов, шаблонов, авторитетов, такая пустота в голове. Без этого невозможно перейти из обычного состояния в сон. Невозможно. Это такое состояние между агрегатными состояниями работы мозга. Смотрите у меня в сайте Stress.su и смотрите в сайте HSI.ru и подписывайтесь на мои каналы и на Контакт и на Одноклассники, да, и на Телеграм, метод ключ Хасая Алиева. Я очень много провожу бесплатных ликбезов вот на этом моем Ютубе, метод ключ Хасая Алиева. Там есть плейлист «Бесплатный ликбез». Там много-много людей выходят в Zoom, это люди из разных стран, и мы вместе создаем науку человечности, определяем вместе по критериям научных понятий, а не расплывчатых, как обычно, что такое любовь, что такое сопереживание, что такое созидание, что значит счастье быть собой. А люди очень часто не в своей роли находятся. Вы представляете себе актера, который получил роль, которая ему соответствует, даже маленькая роль, но которая ему соответствует, как он выдающийся, как он запоминается, как его слышат через века, этот фильм становится потрясающим, даже за счет этой маленькой роли, которая совпала с человеком. И вот у нас метод саморегуляции «Ключ», и там есть часть, где вы подбираете под себя действия, резонансный с вашим текущим состоянием в моменте, и сразу снимается стресс, и вы выходите в это нулевое состояние. А там происходит восстановление питания в клеточках мозга, и вы из эгоиста, так условно говоря, становитесь гуманистом, вы начинаете вместо страха, используя эту энергию страха, решать нерешаемые раньше проблемы, которые вас волнуют. Это сегодня очень нужно всем и каждому, и поэтому подписывайтесь на эти мои каналы. Сейчас так принято напоминать, потому что, оказывается, человек так устроен, кроме своей боли, он ничего не слышит. А я говорю специально так, чтобы голос мой был услышан. Я вам напоминаю о том, что страдание матери по детенышу, которое услышано и передано в веках, слышат многие. Любовь, только любовь побеждает страх. А для этого я там показываю и узелки для памяти, и как разминать плечики, и подкладывать
руку под руку и 20 раз в день делать, чтобы у вас кровообращение мозга улучшалось, чтобы не было радикулитов, остеохондрозов, чтобы ваше внимание было свободным, и вы могли сосредотачиваться. И быть сосредоточен не только на своих болях и страхах, а еще на решение волнующих вопросов, на сверхзадачи. Чем выше ваши мечты, тем оказывается больше ресурсных возможностей включается для их исполнения, потому что мечтание – сам процесс, где клетки мозга работают синергично, две половины мозга работают совместно и выдают новые решения, которые даже для вас могут быть сегодня еще недостижимыми. А завтра, после того, как произойдет этот вебинар, или послезавтра, когда вы там поучаствуете, а сейчас мы делаем тильду, и вы получите объявление о дате и часе, и мы встретимся с вами. И вы будете счастливы, как и я счастлив, несмотря на все болезни, несмотря на все страхи. Потому что такова технология, такие принципы и правила в методе ключ, которые вы узнаете. Да. Вы узнаете и будете пользоваться. А для воспитания детей в данном случае это очень важно. Потому что вы сами, сбрасывая у себя лишний стресс, можете находить те слова, которые слышат ваши дети и слышат поколения. Как найти слова, чтобы вас услышали? Будьте на этом вебинаре. До встречи!